смотреть. Да, уже я не люблю все, что связано с рэпом. Рэп это музыка негра. Я этот рэп даже подпытками слушать не стану. Лучше достали всех со своим шоу. Камон, мне тоже выйти поплясать. Чувак, ты спятил. Конечно, не пойду. Такие мероприятия чую за версту. Я занятой человек, закончил институт. Работа, дом, дела, то там, то тут. Блин, ветер прошел, пора бы подрасти. Повесить кеды на гвоздь, изменить стиль. Перестать в интернете глупости пасти. Встать на путь разума и адекватности. Это вообще не серьезно, да и в целом тупо. Тратить столько времени на создание группы. Лучше дома посидеть и наладить хозяйство. Не занимаясь пустословием и раздолбайством. Например, у меня дел миллион. Повесить в ванной полку, разложить миллион. Разобрать носки аккуратно в стопке. Производить на доски платье и колготки. Сходить в магазин, купить хлеб и масло. На обратном пути вытрет свой палац. Короче, тел по горло, сплошной касл. Я и без вашего рэпа порядком заебался. Я лучше дома посижу. Don't say.